друзья. 25 лет назад в этот день приняли Конституцию России. В правительстве региона накануне праздника самым достойным школьникам Алтайского края вручили паспорта. Отличники, победители Олимпиад и престижных конкурсов, в списке лучших 11 ребят. Губернатор края вручил им самый главный документ в жизни – паспорт гражданина РФ. Чести получить его из рук Виктора Томенко удостоились и те, кто победил во всероссийском конкурсе «Мы граждане России». В рамках этого состязания школьники писали видеообращение, где высказывали свою гражданскую позицию. При получении паспорта человек не только становится гражданином, он официально становится полноправным, скажем так, членом огромной страны. Когда человек получает паспорт, за ним закрепляются обязанности. У него есть определенные права, которые он обязан выполнять.